Число жертв пожара в Кемеровском ТЦ увеличилось до 20. Число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» увеличилось до 20, сообщает телеграм-канал 112. Тело людей обнаруживают по мере продвижения в одном из кинозалов ТЦ. Пропавшими без вести, по данным оперативного штаба на месте ЧП, числится 69 человек, в том числе 40 детей. По предварительной информации, им от 2 до 13 лет. Пожар в торговом центре начался днем 25 марта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ, причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся. Предыстория. Появились данные о десятках пропавших без вести детей при пожаре в Кемерово. Перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.